Орел, Орешка. Орел. Рестуренты. Орешка. Ну, вообще, я много фильмов видел, которые вот пытаются снять именно вот футбольные какие-то вещи. И вот это вот меня впечатлило очень. Именно очень похоже по ощущениям. И, ну, и по картинке, соответственно, как снималось. И видно, что мяч не просто там перекладывается ноги на ногу. Было приятно. С первых же кадров я понял, что где съемка происходит. И было, конечно, немножко, ну, взволнован этим. И, в принципе, весь фильм проходил в тех декорациях, где мое детство проходило. Особо ничего не поменялось. В принципе, район достаточно был укомплектован уже всем. То есть там из тест построили только вот высотку и все. А так остальное все, что было. Ну и вот, соответственно, коробка. Ее там на этом месте не было, как бы, ну, в мое время. Вот у нас были в других местах сборища по поводу футбола. Вот. Вообще район, он такой, ну, был тогда, на тот момент, заселен. Примерно одного возраста ребята все были чуть постарше. И это было как-то вот, ну, дружно. Все. Сейчас я не знаю, как там дела происходят. Потому что вторую часть там своего отрочества я жил уже через дорогу, ну, в центральном Чертаново. А в северном Чертаново ходил просто в спорткомплекс заниматься. Так что все Чертаново у меня, как бы, это все мое детство. Мил, походу, своих быков приведет. Да по-любому приведет. Надо Умару и Маге звонить, надо толпу собрать. У нас были вопросы с другими районами, как бы, да. Была такая ситуация, что и на определенные даты приходилось там активистам нашего района ходить вот на этот стадион конно-спортивный и выяснять отношения с ребятами с Балаклавского, там, с Керченской улицы. Соответственно, на почве это было все как бы рэп-музыка и скинхеды. Вот. Я был тогда еще маленький с братом, мы помогали, чем могли, на труду там биту выточили и вручили одному нашему активисту, и издалека смотрели, как это все происходит. Потому что, ну, были маленькие, нас просто не пускали туда, не подпускали. Мы все равно здесь в гостях. Это ты здесь в гостях. А я здесь родился, я не собираюсь бегать. Бегали и дрались, и получалось так, что и получали по щам. А бывало то, что и удавалось где-то отбиться. Ну, по-разному бывало, но в целом это было как-то вот даже за приключение. Раньше никто не хватался там за какие-то палки, все руками выясняли. А сейчас там, не дай бог, там что-то случится сразу, там или пистолет, или нож достают уже. Раньше такого не было. Мы нормально играли. Да где нормально-то, а? Ты играл как дебил, ломал их всех. Нафига ты их ломал? Я по-честному их выиграть хотел. Да, таких как Мел, там, это бывает очень много на коробке. И в мое время было. По ногам бьют и нещадно. Ну, чувствуют физическое там превосходство и, ну, какая-то безнаказанность, наверное. Ну, такие быстро очень там проигрывали и успокаивались. Там, через неделю уже он понимал, что, ну, там, бей, не бей по ногам, обыграть все равно не получится. Так что я таких моментов, ну, в своей жизни и не только на коробке испытывал, но и профессионально в футболе. Обещаешь? Обещаю. Что обещаешь? Обещаю, что завтра подойду к тренеру. Все? Вот ситуация, когда он сегодня решался подойти к тренеру, там, записаться. Вот. Были ребята в моем, ну, в детстве, что, ну, видно было, что у них есть какая-то вот, ну, талант, в общем, к этому. Эти ребята тоже так боялись подойти к тренеру в Советский район, в Чертаново школу. Вот. И так и получилось, что никто не рискнул. Это, и никто не начал это дело. Хотя шансы все были. Потому что очень много ребят было со двора. Такая проблема перешагнуть вот именно вот. Поэтому, ну, в принципе, это и смена образа жизни, по большому счету. Это не только там ты попал в команду, это смена твоего образа жизни. Не все просто, ну, некоторые, ну, боятся, наверное. Ой, ну это реальная лажа какая-то, она вообще не про футбол. Это будет интересная история. Ну, это будет
у кого-то будут свежие воспоминания об этом, кто-то, наоборот, захочет втянуться в это все. Потому что это интересная жизнь во дворе, это вот это все взаимоотношения, они должны как бы побуждать к чему-то. Где-то верность, где-то друзья, где-то взгляды правильные, где-то справедливость, где-то несправедливость. Это все побуждение к хорошему. То есть я думаю, что аудитория вот этого, она будет захвачена, и мне понравилась именно идея того, что в конечном итоге спорт объединяет, побеждает все непонятные нашей жизни ситуации, несправедливые. Спорт есть спорт, и недаром во время там, спортивных соревнований, там, войны, да, останавливались. Поэтому я думаю, что во главе должен быть стремление к здоровому образу жизни, раз, и стремление расти и развиваться, именно начиная со своего двора, своего ближнего окружения. Обязательно всему Чертану, Северному Чертану, Южному всему. Ну и могут ребята еще там с Балаклавского проспекта тоже подключиться. Твой двор, твои правила.